сейчас в обрыв уедем, Приветствую самых топовых подписчиков и зрителей самого топового канала на Ютубе вокруг Крыма, ребята. Да, это самый топовый канал у нас в Ютубе. Смотрите, хочу сразу обратиться к вам с важной просьбой. Смотрите, если вам пришло оповещение на этот видеоролик, пожалуйста, напишите в комментарии, пришло оповещение или не пришло оповещение. Просто это реально важно узнать, аналитику свою построить. Потому что нам что-то в аналитике такую, как бы, кашу нам показывает, что ничего не понятно. Пожалуйста, если вы видите оповещение пришло, пожалуйста, напишите в комментарии, пришло оповещение. Смотрите, сегодня мы приехали, как бы, самым узнаваемым блогером, да, я его пока не показываю в кадре, на Меганом, на пляже. Смотрите, здесь уже произошел обвал, море сегодня волнуется, мутное немножечко. И хотим поехать на Меганом на ветряки, вон ветряки крутятся впереди, если вам видно. И, возможно, дойдем до маяка или еще куда-нибудь погоняем на нашей неваляшке. Потому что неваляшка — это сила, и без нее никак. Пока еще на Меганоме пусто, грустно, ничего пока не происходит. Только наверху вон площадочка какая-то строится. И мы с вами посмотрим шикарные виды вблизи горы Меганом. Но это не только гора, это еще и мыс, и полуостров его называют. Ну, не называют, у него есть название, одноименное название, и полуостров, и мыс. Меганом. Погода сегодня у нас плюс 15 градусов. Вон, я вообще в легком костюме. Смотрите, как бьются волны. Девчонки принимают солнечные ванны. Дети гуляют везде. Все кайфуют. Междугороднее такси по Крыму. Только ответственные водители и своевременная подача авто в любую точку Крыма. Самые доступные цены и хорошие автомобили. Запланировали отдых в Крыму? Не забудьте сразу заказать трансфер. Мы на связи 24/7. Вайбер, WhatsApp, Telegram. С нами надежно и комфортно. Смотрите, вот идет самый узнаваемый блогер, и первые его слова: «Евгений, ты чё мой контент воруешь?» Слушай, а здесь была вообще-то площадка? Я вот не помню. Здесь не было. Не было, да, ничего? Здесь была гора. Вот такая вот, да? Ее снесли, получается? Да. Вывезли, да? Потому что вот эти обвалы, это уже идут отсюда. Какие обвалы? Ну вот, да. Лежат обвалы. Видишь? Здесь что будет интересно? Я не знаю. И когда это вообще равняли? Знаю. По вашим всем многочисленным просьбам показывать больше моря, покажу вам побольше моря, потому что вы все обожаете наше Черное море, так как мы его тоже обожаем и любим. И особенно волны. Я вообще больше всего люблю волны, шторм. Ну, это слабенький шторм, а такой шторм, чтобы аж выносили пену, брызги были такие большие-большие. Я как-то уже вам такое снимал, мы тоже с Михаленко ездили. Вот такой шторм огромный я люблю. Здесь вот тоже, как мы видим, да, что-то вот снесли землю какую-то. Оп. Посмотрим, сейчас у ребят спросим, что здесь будет строиться. Скорее всего, какая-то кафешка или столовая. Площадка здесь получается. И что-то, еще даже не знают, что здесь. Или кафе будет, или что-то интересное. Но что-то будет интересное и для детей, и для взрослых. Так, на Меганом, смотрите, хотим подняться уже по другой дороге. Не по традиционной, как мы поднимались, как все поднимаются. А вон там еще идет другая дорога. И как раз прям туда на смотровую выйдем. Или, ну, к ветрякам, или на смотровую. Куда-то будем выезжать. Будем импровизировать, как говорится. Попробуем это все пройти, этот путь. Говорят, но дорога очень сложная, тяжелая, там подъемы сильно высокие. И не каждый автомобиль там проедет.
кстати, вот интересная фотозона. Я просто думал, это стоит старый какой-то баркас, старая лодка. Но здесь вот молодые ребята делают, говорят, очень крутые фото. Шикарно. А где потом увидеть? В Инстаграме? Потом скажете страничку, посмотрим, может, тоже пофоткаемся тут. Это вы зеркало поставили? Ух ты, здесь прям зеркало, видите, здесь просто заморочились ребята, поставили вон зеркало и прям в зеркале фоткаются. Прикольно. Да, море волнуется, конечно, прикольно очень. Обожаю шум моря, волну, когда идет накат волны. Еще раз повторяюсь. Какая-то дымка небольшая стоит, потому что вот Караул-Аба видно, крепость. А, крепость отсюда плохо видно, она Залчаком. Ну, Сокол видно. И какая-то, знаете, вот немножко дымка стоит прям. Слабенько видно все. Ну что, ты купаешься? Все, уговариваю Михаленко, чтобы он окунулся. Для видеоролика, для контента. Он не хочет. Так, раз он пошел в ту, надо идти в обратную сторону. Море, ребят, наслаждайтесь морем, потому что сейчас мы поедем с вами в горы. За самый меганом и к ветрякам. Подъехали к ветрякам, но еще к ним не заехали. Как здесь красиво открывается вид на эти ветряки. А тебе ничего никогда не красиво. А что здесь? Взяли с собой попутчиков, фотографы из Судака, из Феодосии. Тоже говорят, никогда здесь не были. И подвезли. Ну что, ты пойдешь кормить лошадь? Я, да, остановлюсь. Кормилец животных. Идет кормить лошадей. Встретили здесь лошадок. Нет, чем будешь кормить? Ну, я буду смотреть, как ты кормишь. Я им травки нарву. Ребята, ребята, подходите, да, подходите. Да. Не бойтесь, мы свои. Ага. Я ваш друг. Нападает. О. Идите к нам, я ваш друг. Нападает лошадь. Смотрите. Ты что боишься лошадь? Нет, на ладошку дай. О, покормил, молодец. А, я покормил. Евгений, а ты, да, что стоишь далеко? Дай поглажу хоть тебя, дай. Да не пугай его, ты его пугаешь. А это может и укусить. Нет, дай поглажу. Дайте поглажу, лапочка, молодец. Смотрите, они просто хотят кушать, наверное. Давай, аккуратнее. Я им дал хлеба. А где дел его? Не знаю. На. Дай вот этому. Иди, дай. Сейчас, да. Сейчас, подожди, сейчас, да. Ты слышал, что тут откусили пальцы? На. Смотрите, как они нападают на него. Так, еще что? Да что ты она выплюнула? Что ты кормишь? Чем ты кормишь? Это булочка. А. Еще есть кусочки. Давай, корми. Хорошо, у тебя всегда заначки есть чего-то. Чего-то поесть. Василий Ловыгин, смотрите, Михайленко сытый полностью. Он даже кормит лошадей. Слишком близко подошла. Ой! Не, вы не резко только делайте, не резко, аккуратно. Аккуратненько, да, не резко. Резких движений не делаем. Еще одна нападает. Все, 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 все. У нас ничего нет. Вообще на фоне ветряков супер фотки. Михайленко одолели лошадь. Он, походу, уже не выйдет оттуда. Окружили его, да. Да, жалко, что мы ничего не взяли, конечно. Но мы не знали, что здесь будут лошадки. Надо было взять хлебушка, покормить их хлебом. Сахарка надо было взять, точно, рафинада. А это маленький же ребенок еще. Видите, вот
фотографов. Да не бойтесь, он не это самое. Не знаю, они тебя окружили. Смотри, чтоб задом ногами не дала. Смотри, смотри. Михаленко тоже испугался лошадок. Я их кормил. Бедняжка. Да ты сейчас убегал от них, они на тебя нападали. Они на тебя нападали. Ого, целый табун идет. Смотрите, он с той стороны. А ты что там стоишь? Ну конечно, но они же опасные. Лошадочка, лошадочка. Давай, давай, давай. Лошадочка, дай я поглажу тебя, дай я тебя поглажу. Не бойся, не бойся. Я... Ну не пугай. Ну да что ты пугаешь? Я же тебя не пугал. Давай иди, Гоша. Да, вот, иди. Ну а что они нападают? Ребята, кони атакуют реально. Не могу. Лошадям приглянулась наша неваляшка, смотрите, они просто в окно смотрят. Они приехали, они, ну, парень из Судака, девушка из Феодосии, приехали пофотографироваться. И мы их привезли в такое шикарное место, еще и к лошадям. Класс, они в восторге тоже. Так, как всегда, увидели заброшку. Мы здесь, когда с Лункой проезжали, я не останавливался. Я что-то побаиваюсь таких мест. Но с Михаленко не страшно. Он говорит, я здесь был. Я очень... Я никогда здесь не был. Мы с Лункой проезжали, но мы не останавливались. Мы быстренько пролетели это место. Здесь прикольно. Вот мне бы домик это дали, чтобы сделать его. И что, я бы здесь его... Жил. А змей здесь нету? Да, какие змеи. Ну какие? Ползучие. Какая-то дверь появилась. Я раньше не было вот этой двери с пленкой. А кто тут ходит? Здесь есть кто-то? Ага. Есть. Видишь, мне как-то с дикарем сделано. Здесь вот только сессия была попала. Что-что? Это сессия. Смотри, какой вид за кошку вас открывается. Вид шикарный открывается. Вот сейчас я попрошу, чтобы мне сделали фотографию здесь. А, это вода капает здесь. Где? Так, пойду с улицы, покажу вам немножко. Здесь все разбитое. Окон, дверей нет. Такое жуткое место очень. Какие-то ящики стоят. Тумбочки. Наверное, солдатские тумбочки. А главное, ни на какую змею не наступить. Просто если здесь, скорее всего, змеи есть, то будет печаль. Смотрите, как здесь все разрушено. Печаль, конечно. Ну, скорее всего, Министерство обороны это все сравняет и выстроит новые корпуса здесь, новые помещения. Ну, как минимум, какие-то склады или что-то здесь будет. Возможно. А возможно, уже ничего не будет. Так, вижу еще какой-то кунг от машины. Здесь, наверное, тоже жилое помещение было. Гараж, яма вон. А, это, короче, автотерритория для автомобилей. Угу. Боксы ремонтировались. А здесь, наверное, сторож или механик был какой-то. На какое-то место. Михаленко, ты здесь? Михаленко! Сейчас, наверное, спрятался и будет меня пугать. Ладно, я выхожу. Не буду туда заходить. В Советском Союзе это все функционировало. Здесь была боевая воинская часть. Но потом пришел развал.
и все развалилось, как мы видим с вами. А? Михаленочка, что ты сюда пошел? Сюда! Покажи, что ты. Да я видел, что зашел сюда. Хотел меня напугать, но не то такое. Я заметил, это лицо твое испуганное. Ну я испугался, да. Но я ожидал, что ты испугаешь меня. А что ты испугался? Не ожидал, что так быстро. А ты здесь ходил? Да, вперед проходи. Я боюсь, иди ты первый. Проходи, там ампулы стоят. Иди первый ты. Проходи. Я боюсь. Он смеется, ему смешно очень. О, бункер какой-то, это карцер или что-то такое. Да мы не скачали было. Я понимаю, здесь был склад, здесь хранились бушлаты, все штуки. Вот две ампулы лежат, что это такое? Что за ампулы, покажи. Ого. Ребят, какие-то ампулы лежат. Если кто-то из вас знает, что это за ампулы, напишите, пожалуйста. Одна белая, другая желтая. А вот еще ампулы лежат. Тут их полно валяется. Целая коробка. Что это за ампулы могут быть? Не знаю. Ваня, Максим. Смотрите, вот здесь был, да, был какой-то склад. Обувь вот такая резиновая, смотрите, сапоги. Ой, что-то мне капает на спину. Ай-яй-яй. Надо быстрее отсюда валить. Кирзаки почти новые. Еще ампулы какие-то. Кирзачи. Напугал меня и смеется. Вот так вот. Евгений, больше ты где-то меня напугал в прошлый раз? Нигде. Я тебя не пугал никогда. Никогда а, я. Когда мы на язык тролля ходили. Я тебя пугал. Никогда не пугал. Вот, месть подается холодной. Я тебя никогда не пугал. Смотри на себя. А если бы я вот реально откинулся бы? Я тебе тоже так говорил тогда. Вот сердце бы у меня встало, и что бы? Сюда! Смотрите, какой шикарный открывается вид на бухту Меганом, на Капсель, бухту Капсель. Люди мешают футбировать, пойдем. Здесь кто-то повесил фуфайки, кепки. Смотрите, как... Это, наверное, ворон отгонять. Или таких трусливых блогеров. Заехали. Ну, такая примитивная смотровая площадка. Смотровая, да, называется. Ну, не примитивная. Ну, такая, не благоустроенная. И здесь открывается шикарнейший вид. Смотрите, Меганом уже начинает зеленеть. Смотрите, травка уже начинает зеленеть. Скоро он будет зелененький весь. По-настоящему летний. И будет встречать своих туристов, своих гостей. Так, смотрите, ребят, место не будем показывать. Но кто шарит в эту игру, мы находимся на Меганоме. В общем, в Крыму есть такая игра, друзья. Люди создают тайники, прячут в них, короче, вещи. Нужно взять какую-то вещь и сюда положить свою взамен. Можно взять только одну. И свою взамен положить. Да, и свою взамен положить. Но это место надо найти в какой-то игре, по какому-то приложению, по координатам. Я не могу сказать, друзья, потому что я один раз показывал этот тайник, его полностью разграбили. Все вынесли оттуда. Да? Видимо, люди опять начали участвовать и... Тут появились вещи, поэтому место мы не будем рассказывать, где находится. Те, смотрите, здесь курсе, есть знает, слаймы знает. Детские, потом мыльные пузыри, подарочная карта вот какая-то, ТМК, потом спички вот такие вот, которые не, ну, на ветру не, ну, не, на ветру не тухнут. Непотухаемые. Да, непотухаемые. Вот здесь прям написано, спички вода- и ветроустойчивые. О, а ну снимайте. Выборы президента. И блокнотик был здесь. Так, я нашел свою запись. Это какой год? Александр Михаленко, подслушано, судак. Еще ссылка на нашу группу. 2019 год, 23 сентября здесь был. 23 сентября 2019 съемка года. Съемка Шельненко, говорил? А? Съемка была все это время? Да. Да-да? В общем, друзья, вот. Я здесь был в 2019 году. Короче, и после меня уже тоже оставили. Интересная игра. Надо, я попрошу Александра, чтобы он нам рассказал. Очень и мы будем круто, тоже конечно, в нее играть. Кстати, когда я скажу, и очень жалко, что мы реально ничего с собой не взяли. Но мы не рассчитывали вот сюда тайник. Заезжать. Я сейчас что-то оставлю здесь. А что, у тебя есть что-то? А я сейчас гляну. А ну, держите. Сейчас, секундочку. Что-то должно в рюкзаке какой-то. У меня есть этот, но я его не буду оставлять. Что, а есть что-то мое? Календарик мой, например. Есть такая штука. Но это подарок от подписчиков. Ой, да, это крутая штука у тебя. Еще больше ничего нету.
А что ты брать будешь? Я могу камешек оставить морской. А что будешь брать? Я ничего не буду брать, я просто ставлю... Ну конфету он оставил. Я ставлю крутой морской камешек, сейчас поближе. Он напоминает такой чешую рыбы. Смотри, какие здесь кусочки. Видно там? Покажи мне. Вот, смотрите, какой он крутой. Я брать ничего не буду, просто ставлю камешек. Если найдете его, знаете, что это от Михаленко, вам подарок. Я его нашел на каком-то пляже, где-то очень далеко. Чешуя рыбы. Все, оставляем его здесь. Давай, ложи, чтобы мы видели. Да, брать ничего не будем. Хорошо. Нашел то, что можно положить в эту коробочку. Вот такая ложка для обуви. Это очень важная, нужная вещь для странников, для путников. Смотри, я ложечку ложу. Ой, влезла, фух, боялся, не влезет. Чай. Чай. У меня тоже ничего такого нет. И кто будет оставлять свои данные? А есть ручка? О, и мне дадите, я тоже напишу. То, ребята, кто играет в эту игру и найдет этот тайник, этот клад, узнайте, это ложечка от канала «Вокруг Крыма». А шикарный, эксклюзивный кадр. Это камень. Чешуя от карадагского змея. Камень, а не это кадр. Это чешуя карадагского змея. Посмотрите мне поближе, видите, я показал, чешуйки. Да. От карадагского змея я нашел. Да, очень а ложечка для обуви, а это то, что нужно вообще в жизни. Без нее вообще жить нельзя. В блокнотик, смотрите, написал записочку, что 15 апреля 2021 года с крутой поездкой на неваляшке здесь был YouTube-канал «Вокруг Крыма». Ребята, это самый топовый канал на YouTube. Теперь мы едем с Александром уже вдвоем. Вдвоем уже едем в сторону Бугаза. И там мы когда с ним снимали вон ту базу за колючей проволокой, да, базу отдыха. Сейчас мы поедем на место, которое называется Край Крыма. Край Крыма? Да. Нифига себе, ты реально знаешь? Да. Ну это я ее так называю. Теперь это так будет называться. Там реально как будто на краю Крыма находишься. Все, едем на... да, на место, которое называется, как Александр выразился, Край Крыма. Так что у вас сейчас будет уникальная возможность увидеть реально Край Крыма. Смотрите, мы когда были на той базе, да, за колючей проволокой, и туда, и там дорога шла от нее вверх. Мы на легковой машине побоялись туда ехать на Volkswagen, да, вот как раз на неваляшке, потому что мы это место оставили на хорошую погоду и для неваляшки. Попробуем подняться туда. И Саня говорит, там есть город троллей. Да. То есть город эльфов мы уже с вами видели на нашем канале, если что, есть город эльфов. А там город троллей. Это что-то, он говорит, интересное, удивительное, красивое. Город эльфов красивый. А город троллей? Они неряшливые, у них не особо красивый город. Они неопряхи, да, такие? Да. Понятно. Сейчас посмотрим. Не очень в стройке. Понятно. Ребят, смотрите, здесь появился новый указатель. Влево у нас идет Крымская Исландия, домик у моря. Это то, что за колючей проволокой база отдыха. И арт-объект Повелитель морей. То есть море, пляж. На море на пляж это направо. Это там вот, где Виктор Скалета. Вот, ну, поверни туда. Вот где корабль, вот мы его отсюда видим. Дорога реально вот такая вот, под чуть ли не под 90 градусов. Заехали на нее, как бы, ну, нелегко. Ну, заехали. Смотрите, вид у нас здесь открывается на всю бухту Бугаз. Шикарный, один из шикарных видов, который может быть у нас в Крыму. Благо, сегодня погода шикарная, солнышко светит. Было плюс 15 градусов. Здесь встречаются такие желтенькие цветочки. Ирисы, скорее всего, да? Да, да, это вроде бы ирисы. Если я не прав, подправьте меня, пожалуйста, в комментариях. И вот вся бухта Бугаз. Вот этот синий домик на краю прям стоит над обрывом. Классно, с синей крышей. Тоже его снимали, показывали. Вот вид на этот горный рельеф. Пустынный, можно сказать. Да, ну вот уже только травка начинает зеленеть везде. Смотрите, какая красота. Солнышко светит, даже греет. Просто не упускаю возможность показать вам эти необъятные наши красоты. Сейчас на бугорочек заедем. Просто посмотрите, море, горы. Я не знаю, я в восторге. Михаленко, это хорошо, что ты нас сюда пригласил. Говорит, берите неваляху свою и поехали. Жалко, Илонка не поехала.
ней было бы, конечно, интереснее. Она бы... Ну, рули двумя руками. Просто я не могу рулить и держать камеру. А, сейчас в обрыв уедем! Земля осыпается реально. Приехали мы на край Крыма. Ребят, здесь реально очень страшно и жутко. Да, земля осыпается, вот, смотрите. И вон туда, если уехать, прям в море. Не хотелось бы в эту печаль попасть. Ну, вид открывается у нас такой слабенький. На вот, ну, только вот на этот голубенький домик. Мы с него как раз, кстати, сюда смотрели. В эту сторону, на эту гору. И бухта Бугас. И влево смотрим. Что мы видим с вами? Правильно, Карадаг. Возможно, мы увидим карадагского змея. Возможно, не увидим. Он сверху, может, где-то сейчас в море плавает. Не видно ни берега, ничего. Давайте напугаем Михаленко или нет. То он меня напугал. А ты не боишься все равно. Смотри, водичка здесь чистейшая, прозрачная. Вон, посмотрите, даже отсюда с такой огромной высоты видно. Да не, ты что, обалдел что ли? Смотри, край непосредственно. Здесь край конкретный, да. Твоим весом, под тобой вообще пустота там. Да. Здесь край может обрушиться. Вот дорога, видишь, какой-то вниз спускается, не знаю, что там. И я не знаю, но можем попробовать спуститься, но, наверное, туда куда-то в бухту она уходит. Мне кажется, там какой-то бункер. Бункер? Возможно. Ну, давай попробуем, поищем. И мы обратно поедем туда вверх, нам надо вон к той вышке, если вы ее видите. И вот дорога ведет вниз, мы уже не знаем, что это за дорога. Но Михаленко говорит, возможно, там какой-то бункер. Раз там какой-то бункер, значит, надо туда срочно ехать. У этого места, края земли, какая-то тоже заброшка стоит. И что-то мне подсказывать, я не знаю, правда нет. Ну, что-то похоже на какой-то военный объект. Ну, маленький такой. Может, какая-то недозорная, может, что-то здесь какой-то тоже такой был. Знаете, может, пост какой-то был пограничный. Сейчас вот посмотрим, что это здесь было. Потому что вон иллюминатор есть. Окна небольшие. Какие-то шланги лежат. Что это за шланг? Просто шланг какой-то. Все здесь развалено. Здесь уже что-то выкорчивали. Какие-то, походу, рельсы стояли. Смотрите, вот маленькие окошко. Окошки. Вон там вот иллюминатор, круглое окно. Такие окна. Смоленск 2012, Самара. Смоленск. Здесь в 2019 году кто-то был. Кто-то здесь костер жег. Грелся. Да. Что-то здесь было интересное когда-то. Может, кто-то знает, что здесь было? Пишите нам, пожалуйста. Так, да, смотрите. Потому что ограждение колючей проволокой. Вот колючая проволока, прям видите? Это, скорее всего, был какой-то военное помещение. Военный объект. Да, куча шлангов. Я просто хочу посмотреть, сейчас туда подойти, куда ведет эта дорога. Может, она ведет на какой-то пляж, какой-то такой секретный. Ой-ой-ой, который никто не знает. Или, может, тоже к какому-то такому подобному объекту. Здесь тоже мангалище сделали. Кострище. Так, оба-на. Здесь не видно, куда ведет эта дорога. Как я обнаружил, дорога вот где-то здесь, по идее, кончается. Да, все. Дальше она никуда не ведет. По какой причине, неизвестно. Для чего она туда вообще тогда сюда шла, эта дорога. Все, дороги там нет дальше. Михаленко сразу поднялся в воздух. Я первый все увижу. И с воздуха все смотрит. Вот с края Крыма мы уехали и едем в город троллей, которые неряхи немного, вот Михаленко говорит. Я не говорю, что неряхи, просто там такие красивые дома, как на городе эльфов. Но все равно... Строить не умеют. Ага, им надо подучиться просто. Да, у эльфов. Да. Вот такой вот город троллей, ребят. Рядом вот с такой вот вышкой.
Даже не знаю, кто его построил, наверное, работники. Ну там кондиционер, вон там, наверное, кто-то живет. Сторожит. Смотрите, вот такой вот городок построили. Ого, здесь целый, вон, целый-целый город, посмотрите. Да, не такой, как, ну, не такой красивый, как город эльфов. Ну, тролли тоже так себе. Интересная такая достопримечательность. Небольшая. Так, сейчас зайдем к ним в середину. Так, тролли, я обещаю, ломать ничего не буду. Если нечаянно какой-нибудь камушек задену, простите меня. Смотрите, у них открывается вот такой вид на море. Посмотрите. Короче, наш судак поделен на две группировки. С правой стороны судака это где Чуфут, Чубан-Куле. Там эльфы поселились. А здесь, где солнечная долина, вон впереди, видите, здесь тролли. Просто посмотрите. Прикольно. Кто-то, видите, подзаморочился и так вот сделал все. Поскладывал камушки. Только интересно, кто сюда доходит. Тут только можно доехать на машине, да. Ну и, скорее всего, те люди, наверное, которые обслуживали эту вышку. Ну, по-своему прикольный, но не такой красивый, как у эльфов. Я знаю, что говорю, две группировки просто поделили наш город-судак. С правой стороны, если смотреть к морю, эльфы возле Чубан-Куле, а здесь с левой стороны тролли возле Солнечной долины. Представляешь? И мы как бы с двух сторон окружены двумя группировками. Ну, очень прикольно сделано, креативно так. Кому-то кто-то очень сильно здесь скучал и выкладывал, носил сюда камушки и выкладывал. Так вот пилится контент для Инстаграма. Не сдавай мои фишки. Чтобы завтра такие же не были, да, контент? Такой же контент. Смотрите, Хеленка заморочился, это конкретно. Давай. Буду шепотом говорить, чтобы ему в кадр не попал. С этой стороны открывается полноценный вид обширный на Солнечную долину. Это Солнечная долина, вот озеро Чефе называется. Кстати, любимое место рыбаков заядлых таких. Там водится рыбка, и они ее вылавливают успешно. Довольно хорошая рыба там большая водится. Вот виноградники солнечно-долинские. Вот они, клетки пошли. И вот как-то нам надо будет сейчас проехать по какой-то дороге в Солнечную долину. Там просто не дорога, то тропинка ведет, там мы не проедем. Как-то уезжать в ту сторону. Сейчас будем импровизировать. Надеюсь, нигде не застрянем. Я не полезу. Смотрите, Михаленко не то что уговаривает, заставляет меня лезть вот на эту вышку. Вот, на эту высоченную вышку. 10. Да у меня голова закружится, я уже упаду. Подожди, как она у тебя закружится? О, как голова кружится? Закрыто все. Ничего, а я вниз упаду просто. Переломаюсь. Нет. Смотрите, огромное. Ты попробуй, дай я тебя подсниму. Нет, я не полезу. Все. Смотрите, все-таки сумасшедший блогер лезет. Ну все, дальше лезешь? Вдохновился уже? Нет, пока не вдохновился. А ты что, камеру тебе давать? Да. Да ты сам боишься лезть. В общем, друзья, предлагаю Евгению снять интересный контент. Залезть на вышку, это будет очень интересно. Залезть на вышку и упасть, сорваться и упасть. Это будет шикарный, интересный контент, понимаете? Сейчас мы вот эти все холмы увидим с высоты птичьего полета. Подбивает. Только на канале Александра Михаленко, потому что Евгений боится. Полезешь? Ну не знаю, может быть жаба задает и полезу за шикарным контентом. Видишь, ты окружен этими штуками. Нет, покажу вам, какое сегодня шикарное небо. Здесь хоть и солнышко спряталось, но оно пробивается сквозь тучи, сквозь темные такие тучи. И получается вот такая вот красота. Просто посмотрите. Залюбоваться хоть бери и на открытку себе делай этот кадр. И печатай открытку. Что, ты уже боишься лезть? Нет, я убираю. Кого? Скажи, что ты боишься. Я уже. Я с телефоном в одной руке полезу. Сейчас я уберу его в карман. Просто скажи, я боюсь. Я вообще не боюсь.
Что тут страшного? Когда я Александр Михаленко, я боюсь. Полезешь? Ну не знаю. Полезли. Твои подписчики хотят... Друзья, смотрите интересный контент на канале Александра Михаленко. Евгений не хочет для вас снимать интересный. Полезли. Давай, лезь. По лестнице ни разу не лазил. Лазил, но все равно страшно. Ты лезешь по лестнице, что тут страшно? Да холодно, ветер дует, руки мерзнут, боюсь оторваться. Куда? Куда ты оторвешь? Давай, у меня же голова закружилась смотреть на тебя. Он лезет. Сумасшедший блогер. Сумасшедший блогер, говорю. Люди же работают на вышках. Ну так им адреналин колят специально, чтобы они не боялись высоты. А труба шатается. Кстати, а шатается труба? Вообще нет. Ага. У меня уже заболела голова, вот так вот держать камеру, и руки уже замерзли, а он лезет. Неугомонный какой-то. Такие виды шикарные! Такие виды шикарные! Как Литвин прыгал с 18 Да? Вообще. Но она тоже, смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 20 метров. Да она метров 10. Да она вот пролеты по 2 метра. Все-таки залез. Почти. Давай. Почти залез. Не-не-не, у меня уже. Ого, у меня уже голова закружилась. Ты шо? Сейчас какой-нибудь чайки налетят, какие-нибудь тебя заклюют там. Вот лазить будет страшно. Тем более, видишь, что ты меня зовешь, чтобы страшно было, чтобы я не слез. Ты хотел зрителям, чтобы ты канал показал интересный ролик. Да ты хочешь конкурентов устранить, мы тебя уже вычислили. Все, залез, посмотрите. Он реально залез. Этот чумачечий блогер просто залез на вышку. Туда, куда нельзя вообще залазить. Внизу замечательно! Спустились вон с той горы. Вон эта вышка. Вышка называется, мы ей дали имя Александра Михайленко. Да, и сюда к озеру приехали. Озеро, вот это, что я сверху вам показывал, называется Чифе. Ну, это искусственный, как бы, водоем такой для, я так понимаю, что с него берут воду для поливки винограда. Смотрите, здесь просто камушки вот такие вот идут. Выложены они вручную. Стоят вот такая вот установочка, стоит с трубами. И они вот питали, наверное, насосы здесь стояли какие-то и качали для полива виноградника. Ну вот, заканчиваем наш видеоролик именно вишенкой на торте. Посмотрите, какой закат шикарный сегодня на Меганоме. Просто бомбический. Все, надеюсь, вам, ребята, этот видеоролик понравился. Вы его поддержите лайком. Если кому не понравился, ставьте дизлайки. И комментарии, пожалуйста, обязательно, обязательно, обязательно. Не устану повторять. Смотрите, какая красота. Сейчас подойду поближе к морю. Будет вам и шум моря, и закат.